Итак, мы продолжаем, а там и правда через 20 минут баннер в Геншине. Я уже предвижу наплыв людей, типа, а вот со второй крутки, а вот со второй крутки выпал, а вот с первой выпал, а вот с первой десятки выпал. Не, какая же Март классная. Какая же она классная. Блин, все, перестаем любоваться, поехали. Фу, чуть не задохнулась. Прям как в кино. У меня сердце в пятки ушло, когда он полез за флягой. Плохо дело. Броня в опасности. Мы должны спасти ее. И это, кстати. Вот это, кстати. Говорит сейчас Сиелька. Та, которая изначально ее презирала. Блин, и вот я вот говорил же, что это начало отношений двух лучших подруг. Попытаемся сами взять штурмом форт. Забудьте об этом. Забудь об этом, Зиря. Ты очень опытная, но на смерть я тебя не пошлю. Успокойтесь. Кокория могла измениться за эти годы, но она никогда не причинила бы вред Броне. Я уверена в этом. А я вот что-то нет. Ты говоришь, как сама Броня. Не понимаю, ты против Кокори и все же в некотором смысле, кажется, полностью ей доверяешь. Ну, кто помнит сюжет Ханкая, там как бы тоже... Кокория была то еще мышью, но за своих девочек она была горой. А, так. И ты придумала, как уговорить гепарда? Малыша Геппи. Я попыталась его прощупать, и ты видел результат. Если у нас нет неопровержимых доказательств, он не будет оспаривать приказы Кокории. Если ты пойдешь за ним сейчас, можно считать, что наш план провалился. Ага. Антон, привет. Давай, пошли в запретную зону. Если мы сможем быть на шаг впереди и найти Сталарон, у Кокории не останется выбора. А, Буник? Ну, пойдем. Так, а что там за квестик? Не сотвори кумира. Блин, ну я бы стал музыкальным кумиром Сервал, мне так кажется. Она визуально похожа. Броня правда в безопасности? Она тебе не безразлична. Вы, должно быть, стали близкими друзьями? Близкими — это слишком. Но я дала обещание, что бы ни произошло, я спасу тебя. Так она сказала. Расслабься. Она самая сильная девушка, которую я когда-либо видела. Ага, я знаю. Кстати, это, Сервал, она могла бы стать моим айдолом году в 2007, прям вот на 100%, ребят. Вот даже на 1000%. Верни, блин, я смотрю на Сервал, и я вспоминаю 2007. Не, ностальгия прям. Так, ладно, поехали. Хотел бы я сказать, что поехали, и мы бы поехали. Но нас не пускают. Хотя... Себе побибикай. Пленуша. Не хотите ехать со мной, не поедете и без меня. Да все. Крысы. Ага. И сам ныри в шоке. И бибикает же еще. Ай, ладно. Ну я тебя, если что, запомнил. Я к тебе еще вернусь. Буду его терроризировать потом вне стрима. А, так, ну, в принципе, наши пути сходятся. Поэтому пойдем. Себе побибикай. Мы можем просто идти по рельсам в нужное место. Сейчас, сейчас, подождите. Я должен испытать еще раз это удовольствие и наслаждение.
как же приятно-то, когда тебя отказываются вести, и происходит вот это. Оу май. Мы нашли его. Еще один необнюханный мусорный бак. Вы находите в мусорном баке мятую листовку, написанную от руки. Вверху красивым почерком написано «Общество законных прав». А, это то, в которое я звонил и говорил, что там принцесса, все дела. Содержание. Похоже, пытается убедить людей, которые отказались от интересов и увлечений из-за семьи и других обязанностей, присоединиться к этой странной организации. Члены организации прикрывают друг друга и помогают друг другу сбежать от семьи или работы по выходным. И даже в будние дни, в погоне за личной свободой. Они называют это отстаиванием наших законных прав. Это странное общество. Сука, да, но здесь-то люди культурные. Да я уверен, да, так и было бы. А это ее можно считать благотворительной организацией? Да, это так мило. Иногда мне действительно хочется провести день так, как мне заблагорассудится. Март, но у тебя нет семьи. Тогда ты бы просто целый день проспишь у себя в каюте? Ну да. И я считаю это правильно, это нормально. Они усилили охрану. Как, черт возьми, мы проберемся внутрь? Внутрь. Сервал, нам нужна твоя смекалка. Блин, там пушки. У них пушки. У них и правда стоят пушки. Есть, я этим займусь. Держитесь ближе. Ребята, и не попадайтесь на глаза. Интересно, как это сделать? Вот в этом проходе. А как не попадаться на глаза? Это военная база. Посторонним вход воспрещен. Постойте-ка. А! Сервал? Давно не виделись. О, жене Франц ли это? И впрямь давно не виделись. Все еще охраняешь вход? Ну, как видишь, ну и лох. А ты совсем не изменилась, Сервал. Все такая же крутая. Так, сейчас будем выезжать на чувствах фанатов и влюбленных. Так а что тебя сюда привело? И кто эти ребята? Мой брат сказал, что энергетические линии в запретной зоне вышли из строя и что дело срочное. Поскольку он не доверяет наемным ремонтникам, то он позвал меня бесплатно. Эти ребята мои помощники. Нам нужно провести техобслуживание всего оборудования. Я ничего не слышал о неисправностях энерголиний. Ну конечно, это проблема техотдела. Зачем им рассказывать вам, ребята? Давай, впусти нас уже. Если посреди ночи выйдет из строя система отопления, ты будешь нести ответственность за все... Ты будешь нести ответственность за все обмороженные трупы. Не, такое мне не по силам. Ты сестра командующего Гепарда, так что проблем быть не должно. Малыша Геппи, если быть точнее. Хорошо, вот и несколько временных пропусков. И не забудь вернуть их мне, когда будешь уходить. Лана, привет. Это было слишком просто. Спасибь, Франц. Замолвлю за тебя словечко перед братом. Пусть повысит тебя. Блин, как же она им манипулирует. Как же она им манипулирует-то. Нет, командующий Гепард ненавидит всю эту подковерную возню. Лучше ничего не говори. Так у меня будет больше шансов. Изи. Давай, Франц, удачи. Та-та-та-та-та. А что тут можно украсть? Ну, раз уж Мне показалось там... Да, что-то блестело где-то. Раз уж пришли, то куда же без этого-то? Так, готово. Я знаю, что среди вас есть те, кто воспринимает резервные части как отдых. Что ж, позвольте мне прояснить одну вещь. Вы глубоко ошибаетесь.
Это запретная зона. Фрагментум перед вами таит монстров, которые следят за каждым вашим шагом. А позади — банда заговорщиков, проникших в город. Они уже у вас в лагере, простите. Ситуация критическая. Самые ленивые и недисциплинированные падут в бою с берущими нас в клешни силами. А потому с сегодняшнего дня мы добавим к нашим ежедневным тренировкам 200 жимов лежа и 30 дополнительных минут по банке на одной руке. Это ясно? Ф, ребятам. Шиншилка, привет. Видишь, это было просто. Ты ведь сестрой Гепарда. Ну, я не хочу, чтобы люди судили обо мне по моему брату. Я сделала это только ради вас. Иначе ни за что бы не стала прятаться за его именем. А вот в это я, кстати, искренне верю. Фокси, подумай! Оно тебе не нужно. Видите этот механический зубчатый мост? Перейдя на другую сторону, попадешь в ад на земле. И на что похож этот ад? На огромную, невыносимо ледяную пустыню. На поверхности у исследователей времени обычно не хватает. По ту сторону моста лежит передовая запретной зоны. И это бесконечный фрагментум с горсткой измученных воинов-стражей. И с мрадом смерти в воздухе. Если мы хотим продвинуться дальше на север, нам нужно пересечь этот ад. Вы готовы? Я хотел бы спросить, а ты-то готова? Да мы уж так далеко зашли. Точно. Отступать там некуда. Тогда идем. Для начала нам нужно придумать способ перебраться на другую сторону. Я помогала разработать базовые механизмы для этого типа моста. Он управляется с помощью нескольких терминалов. Вон. Гепард часто дежурит на передовой. Почему ты спрашиваешь? Но это же так опасно. Ты не беспокоишься о нем? Он Ландау. Ну, такое все равно как-то не то, чтобы это прям сильно утешало. Так. Твой Фокси, держись там. Держись. Удачно. Блин, опять трупик лежит в чате. Эх, да, да, да. Что ж. А, да. Так, подождите-ка. Так, терминал, а каким-то образом я должен тебя починить. Наверное, таким. Так Фокси прям всегда прилетает, а Флакри всегда доджит. Как это работает? Просто Флакри какой-то мега живучий. Прям максимально живучий. Так, это, пожалуй, я заберу. Взял и просто улетел. Так, будет ли это загадкой? Нет, это терминал отключен. Мы не можем управлять отсюда. И какой тогда у нас план? Ян, привет. Поищем следующий. Такие терминалы должны быть для каждой из платформ секции моста. Никогда бы не догадалась, что вы с Гепардом брат и сестра, кстати, по факту. Ну, не могу тебя винить. Мы не похожи ни по характеру, ни по интересам. В нашей семье крепкие военные традиции, уходящие вглубь поколений.
не так уж много времени для братских уз. Каждый просто делает все возможное, чтобы жить своей жизнью. Так, ладно, поехали дальше. Так, у нас еще вон там терминал. Вон там терминал. Окей. А... Меня вот это немножко смущает. Флакри, кого ты обманываешь? Мы знаем, каков будет итог. Нет, смотрите-ка, Флакри тоже лежит. Черт, не могу активировать. Похоже, кто-то отключил подачу энергии к терминалам. А вот, не повезло. Это дело рук стражей? Поразмыслив, думаю, что этого нельзя исключать. Поскольку передовая находится в состоянии повышенной готовности, они, должно быть, повернули мост, чтобы сделать его непроходимым. А затем они отключили подачу энергии к терминалам, чтобы избежать случайного изменения местоположения, или чтобы предотвратить побег дезертиров. Ага. Таким образом, даже если передовая падет, монстры фрагментума не смогут сюда добраться. Специально умер, а слабо на ютубе повторить Флагри? А? Да, они отрезали себе единственный путь к отступлению. Броня была права. Стражи действительно рискуют жизнью, чтобы защитить Белобог. Тут так броня врать-то не умеет. Вот же Флакри. Это всего лишь мое предположение, но я сомневаюсь, что оно далеко от истины. Мой брат упомянул, что им пришлось прибегнуть к крайним мерам, чтобы отразить атаки монстров фрагментума. Давайте продолжим поиски. Мы не можем активировать ни один из этих терминалов, поэтому ищем саму установку энергоснабжения. Вон. А я даже больше скажу, я, похоже, ее нашел. Вы же вроде ремонтники. А здесь чего делаете? А вы не можете разгуливать по всей запретной зоне без дела? Принимайтесь за работу. Если выживу, значит, вскоре выкручу зелье. Возможно. Так, поехали. Ну да, в данный момент времени это все-таки не наши враги. Ладно. Да, не выкрутит пон. Но попытка была хорошая. Это оно. Штука, похожая на гигантский железный шар. И она за воротами. Ну что за напасть? Официальное название — Центр энергоснабжения механизмов. К нему подсоединено так много энергетических линий, что, похоже, он поставляет энергию всей запретной зоне. Да, берешь, отключаешь вот эту, и все, и передовая рухнула. Неудивительно, что его так тщательно охраняют. Единый центр, на который завязано все. Это катастрофа, ожидающая своего часа. Мы узнали это на горьком опыте. Достаточно получить право доступа к этому устройству, и мы сможем управлять терминалами моста. Не вызовет ли это переполоха? Вот почему я сказала им, что мы здесь для срочного ремонта. Оборудование на передовой нуждается в обслуживании так же, как и все остальное. Так вот почему ты придумала историю про техобслуживание. Ну ты крута. А я думала, это просто первое, что пришло тебе в голову. Давай посмотрим, пропустит ли нас вон тот страж. А ну-ка. Давай, сервал, опять... за душем этим. Ага. Вон. Пропусти, пожалуйста. Нам очень надо. Эй, добрый вечер, солдат. А вы инженеры-ремонтники? Я видел, как вы, ребята, слонялись тут. Нашли проблему? Вот, огромную проблему нашли. Пока нет, там все нормально. Думаю, проблема в самом центре энергоснабжения.
Если пропустишь нас, мы сможем провести обычную сервисную проверку. Я работала с различными моделями подобного оборудования. Ни в коем случае. Никто не приблизится к центру энергоснабжения без ключа шифрования офицера службы безопасности. А чё так сложно-то? Даже верховная охранительница? Верховный... Эй, никаких уловок. Нет ключа, нет доступа. Эйваса, привет. Ого, а этот парень не дурак. Тебе нужен ключ шифрования, верно? Какого офицера мне надо беспокоить? Найдите командира Данна, там впереди. Он сейчас отдыхает. Если он даст разрешение, то я вас пропущу. Дан? Дан? Почему сразу не сказал? Нет проблем, мы скоро вернемся. Так, еще один воздыхатель поусервал? Ну-ка. Мне прям интересно. В каких они там отношениях-то были? Но этот страж, да, он не зря ест свой хлеб. Прям вот абсолютно точно не зря. Ой. Дан, это вот этот огромный челус. Эй, Дан, много воды утекло. Я не знала, что ты стал офицером службы безопасности. Сервал? И правда давно. А ты все такая же... Хорошо выглядишь. Да, ребят. Все так, как я и думал. Еще один воздыхатель. Позволь представить тебе моих помощников. Они помогают мне вести дела в мастерской. Ребята, это командир Дан, мой старый друг. Раньше он был на клавишах в моей группе. Он играл у нее в группе? Ля... Ну, понятно. Они чуточку... Ну, это чуточку больше, наверное, чем просто друг, раз уж в группе одной играли. А, ты тоже играешь рок-н-ролл? Привет! Рад встрече с вами. Так, если это от него пахнет, то... Ну, это не культурно будет говорить. Прошу любить и жаловать. Привет. А что за странный запах? Блин, ладно, Март все же сказала. А, Захар, сколько дней прошло с тех пор, как ты принимал душ? Блин. Решил сразу сварить вину за запах на подчиненного. А, я принял душ прямо перед сменой? Дан, получается, только от тебя может идти этот запах. Повтори-ка, еще раз, что ты сказал? Я два дня не мылся, сэр. А, блядь, на самом деле Дан не мылся два дня. Ой, боже. Это просто недопустимо перед лицом гостей. Прошу прощения за неловкость. Это не имеет значения, Дан. А, если будет шанс, не хочешь ли ты снова выйти с нами на сцену? Мой клавишник неплохой, но я все еще скучаю по тем временам, когда мы играли вместе. Так его, сервал, так его. Это было давно, сервал. Я целую вечность не прикасался к клавишам. Да и я здесь круглый год. А боюсь, у меня не так много шансов вернуться в город. Но оставим церемонии. Вам что-то было нужно? Если все в порядке, вам лучше вернуться в город. Здесь небезопасно. Линии я проверила. Проблем вроде нет. Остался только центр энергоснабжения механизмов. Опа. Охранник сказал, что мне нужен ключ шифрования, чтобы открыть ворота. Можешь помочь? Да ладно. О чем раздумывать, когда перед тобой девушка твоей мечты? Посмотрите на сервал. Просто посмотрите на сервал в этот момент. И по его речи было видно, что сервал ему очень нравится, поэтому идем до конца. Эй,
Можно же, не так вот в лоб. Да я думаю, сервал тоже это знает. И Дан это знает. Что-то не так, Дан? Извини, сервал. Но не могла бы ты рассказать мне, что именно сказал командующий Гепард? Дай-ка подумать. Эй, сестренка, на линии энергоснабжения в запретной зоне вышли... Линии энергоснабжения в запретной зоне вышли из строя. Эти бесполезные инженеры никак не могут найти проблему. Ну, что-то в этом роде. Нэри, держись. Держись там. И могу я спросить, когда он связался с тобой? Этим утром? Да, точно. Он ведь сегодня дежурит в городском патруле. Вот он и заскочил, чтобы попросить об одолжении. И, кстати, это правда, он ведь заходил и просил. Командующий Гепард только что вернулся на передовую. Могу я запросить его подтверждение? Фокус Дайова. Как бы не хотелось бы, наверное, чтобы он видел вот эту компашку всю нашу в сборе. Чего? Подожди, он вернулся? Этого ж быть не может. Он еще недавно был в городе. Ой, как неловко-то вышло, да? Ты ни капли не изменилась, сервал. Обманщица из тебя никудышная. Я тоже это заметил, если что. Эти люди с тобой, они не помощники ведь в мастерской, верно? Ладно, этот парень, я его явно недооценивал. Он не из тех, кто увидит девушку, которая ему нравится, и такой, на, держи, держи, ключ шифрования, два, вот возьми два, потом вернешь. Сервал, не то чтобы я не хотел тебе помочь, но ты должна помнить, что я воин стражей Белобога. Ловок, привет. Давай так, ты можешь уйти, и я никому об этом не расскажу. Но чужакам придется остаться. Переговоры зашли в тупик. Прости, что втянули тебя в это. Я привела вас сюда, ребята. И я буду с вами до конца. Дан, это касается судьбы Белобога. Нет, судьбы всего мира. Пожалуйста, не стой у нас на пути. Сервал, мы репетировали вместе каждый день. Ты ведь понимаешь? Этот парень был из тех, кто просто хотел... Ну, бля, как же это было хорошо. Как же это было хорошо. Мятежный дух рок-н-ролла во мне требует отстаивать солдатское достоинство. Ну блин, давайте без... Дан! 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 Фо-23, привет! Ребят! А у Дана-то проблемки. У Дана-то криво уязвимость. Ой, как неловко-то, да? Эх, Дан, Дан. И, ой, там физу уязвимость. Ой. Ой, как неловко-то. Ай-яй-яй. Как нехорошо. Да ладно, тут даже щитки, я считаю, не нужны. Лови плюшку, друг. Блин, ну хорошо залетело, мне прям... ой. Ай-яй. Да и... как бы... хрен бы с ним получается. Ну, спина-то не это, холода боятся все же. Да Флакри, где? Сервал, почему?
прилег отдохнуть. Странно, что он симп сервало, а электроуязвимости нет. Кстати, интересно, да, на самом деле. Если бы и сервал его дамажило больше всего. Ну, потому что сервал. Да. Прости, Дан. Тебе нужно немного вздремнуть. Он просто без сознания, не волнуйтесь. Упрямый дурак. Но дерется отлично. Дикому огню не хватает таких людей, как он. Нашла. И это ключ шифрования. Быстрее, пока мы не привлекли внимание. Давайте. А, да. Думаю, мы все-таки привлекли внимание. И это сигнал о нападении врага. Каждый воин стражей в запретной зоне только что стал нашим врагом. Это была короткая, но наполненная жизнь, ребят. Прощайте. Да ты же еще не умерла! Как ты можешь так легко сдаться? Ну, вот так вот. Вот так вот. Феликс, дратуйте. Сколько лет, сколько зим. Пока нам удавалось продержаться, и я готова потерять руку или ногу, лишь бы увидеть Стелларон. А можно как-то сервал оставить, ну, в полном комплекте? Быстро, отступаем к центру энергоснабжения, и пусть нас только попробуют остановить. То как бы... Нам сервал нужна в полном комплекте. Знала бы, что ключ шифрования у него, я бы проникла туда в одиночку и забрала его. Если бы докабы, мы бы все равно себя раскрыли, как только активировали мост. Ну, выбора нет. Нужно идти, ребят, бить моську. Погнали. Для начала я бы сделал, наверное, вот так. И пошел бы вот тех ребяток тыкнул. А, там... Там у части есть уязвимость, у части нет уязвимости. А, да? Вон. Так, дайте-ка я все же сам, наверное, здесь кнопки потыкаю. Что-то я им не доверяю, и одно дело, когда ты можешь позволить себе целиться в бездне или в виртуалке. Но если я сольюсь в сюжете из-за автобоя, ну, я ж потом не отмоюсь. И... Ну, одну очку навыков бы, оно бы так мне не повредило. Тише. Да, зеле можно. Телькой тут вполне себе можно, да, пробежать. А, в инвизе. Да и вообще, много чего можно. Опа, смотрите, Фокси ожила все же. С возвращением. С возвращением. Наверное, вот так? Да, рулетка, она суровая, когда вас зовут не Флатли. Да, похоже, похоже, после Фокси забыли просто зарядить еще раз. Так, вот это уже, ребят, наш клиент. Ну, пожалуй, сделаем вот так. Так. Как удачно у нас по уязвимостям все, вы не находите? Ой, как-то прям, ну, слишком, ребят, все удачно по уязвимостям. Фокси, ты куда? Куда? Оно же опять сейчас жмыхнет. Кто-нибудь унесите Фокси второй раз подряд. Это карма какая-то. Так.
Так, подождите, а где этот пупс? А они-то чё присели? Непонятности. Долб. Вот так это работает. Поехали. Пожалуй, бонькать. Да. По урону здесь, собственно, проблем никаких нет. Да их и быть не может, откуда им тут взяться. Вот мы и встретили врага без Крио уязвимости. Неприятненько. Так, наверное, проще вот сюда. Потом мы делаем вот так, а выжившего просто добьем той Даньхэна. Все, коварный план. Ой. Так это, мы пришли. Так, все. Открыто. Спасибо, Дан. Такое ощущение, что он мило улыбаясь передал нам этот ключ. А мы не выбили его силой. Так, ребят, я смотрю, пора бы нам сделать малюсенький такой перерыв. У вас есть время, да, за это вот пока будет перерывчик у нас. Самое время вам зайти в Геншин. Тем, кто хотел выкрутить Байджу и попытаться выкрутить. Только не душите потом в чате своими Байджу со второй крутки. В общем, ребят, 5 минут и мы продолжим.